Всем привет, друзья. Так, тут мои люди что-то ходят, обреченные, недовольные, что пищи мало, что ли, вода. Все есть как бы. Все в достатке, в большом достатке. Но они все равно недовольны. Может, хлеба мало? Да нет, хлеба нормально. В общем, не знаю, чего они недовольны. Вот, ну, не суть. Я сейчас решил перейти в медный век. Естественно, вы собираетесь перейти в эпоху металлов. Рекомендую вам укрепить ваше поселение и убедиться, что у вас достаточно оружия для защиты от налетчиков. А, то есть пока лучше не это самое, не переходить. То есть медный век, по ходу дела, начнется лютая жесть. Ну ладно, тогда пока что я буду развивать поселение. Вот, а потом тогда перейду в медный век. Ну что, ребятушки, я тут подукрепил оборонку. Ну, правда, не знаю, приходили налетчики, а люлей все равно отвесили. Не знаю даже, что и делать. Они ломают. Может, потом она укрепится. Как-нибудь будет получше. Но пока не сдерживает моя оборона. Не знаю, что и делать даже. Вот, ну, все равно, перехожу в бронзовый век, точнее, в медный век. Будем что-нибудь мутить. Так, открыта технология выплавка меди. Некоторых ваших людей нет легкой одежды. Кожаная одежда. Защита. Защита своего поселения от агрессивных животных и налетчиков одна из важнейших статей. Металла все станет намного серьезнее. Теперь большие группы налетчиков будут пытаться уничтожить ваше поселение. Придется к этому времени построить стены, защитить и защитные сооружения. Мало орудий для сбора урожая. Окей, так, ну я немножко подсуетился. Стволов нормально. Топоров 34. Копья 22. Ну, такое, конечно. Не сильно много, но тем не менее. И не очень-то и мало. Кстати, тут вот чувак какой-то хочет обработать вот этот камень. И там, кстати, тоже обработали. А, вот подготовить к транспортировке. И потом его привезти сюда. Куда-нибудь. Мало орудий. Но орудия делаются. Так, стены. Стены, стены, стены. Нужно каменные стены теперь. А, изучение выплавка. Это выплавка. Так. Культивирование деревьев. Включение ослов. Культивирование деревьев тоже неплохое. Давайте приучение ослов. И всем все. Так, а что появилось-то? Пока ничего такого, что могло бы мне помочь. Ага, ремесленная мастерская. Ее поставлю здесь. Пускай все тут будет. Так, нет легкой одежды, оделся новое животное, коза. Так, отлично. А, что еще построить там? Выплавка. Во, медная шахта. Медь, кстати, была вот здесь, где-то недалеко. Или это не медь? Что это такое? Железная руда. А, ну, давайте железную, кажется. Угольная яма, медная кузница. А, нет, пока железо не канает, да? Медь нужна. Оловянная руда. Собирать фрукты. Кто-то должен собрать все эти фрукты. А если например, так выделить? Так, вот это что такое? Железо. Ну ладно, давайте соколиный взгляд. Где медь? Вот это медь. Да, есть, отлично. Строим.
Медная шахта. Так, не пойдите. Строить так. Угольная яма. Так. Не так. Медная кузница. Ну, кузницу можно тут. Так, вот этот костер, походу, надо ломать. Разбирать. Давайте все. Новые люди? Отлично. Лишними не будут. Домик тут понастроил. Так что нормально должно быть. Так, вот тебе медная кузница, давайте. Бомбанем. Козы рождаются. По мясу тоже нормально. Фрукты, овощи попытащили. Все в достатке. Новая постройка. Ремесленная мастерская. Отлично. О, можно удочек наделать. Не, просто сделаем. Сани. Лук. Будьте здоровы, уважаемый Александр, да? Так, во, угольная. Медное копье. Во, бля. Сейчас пойдут медные. Для начала нужно, чтобы медь построили, добывали. А ее не строят. Так, обработали этот камень там был. Да, подготовить. Подготовить камушек. Так, а это подготовили, да, это насколько я вижу. Давайте его сюда. Так, умер от старости. Очень довольный. О, торговец. С чем пожаловал? Ослов. Так, вот ослы пригодятся. Еще медная руда. 153. Так, а что тебе отдать? О, у меня костей много. Держи костей, друг. Не, оно все оно без надобности. Хлеб дешево стоит. Ну и он мне самому нужен. Так, хочу еще... А, не, коза не нужна. Шкура не нужна. Так, сколько 150? Ну и все, больше у нее купить нечего. Шкурка. Во. Коз. Взрослый коза. Так, а вот со стенами непонятно. Можно сделать крутые стены? А, и, кстати, я забыл кое-что. Добыча руды. Вот, нормально. Кстати, а можно увеличить? Показать. Так, родился человек. Вид животных мамонт вымер. Ха-ха. Прикольно, мамонты вымерли. Бывает такое, бывает. Мамонты мрут на каждом шагу. Так, а что у меня тут есть? Коровы. Коровы, коровы. И так далее, и тому подобное. Козы. 12 коз. Кстати, за этим надо следить тоже. График пищи, скорость, животные, транспорт. Все. Ну все у меня стоит, ресурсы. Основное. Защита. А, о, прячется в зданиях. Открытые ворота, закрыты. О, вот это, кстати, прикольная тема. Волк атакует. Отступай. Собака.
Волк убил моего человека. За это он будет наказан. Где он? Странно, но это самое. Хрень какая-то, ну ладно. Так, ладно, я хотел защиту всю, меня отвлекает тут. Каменная кладка, защита поселений требуется. Таких нету технологий. А, это следующий бронзовый ветк. Так, кстати, могу изобретение колеса. О, вот это нормальная тема. Технологии изобретения колеса. И что я тебе могу? Ну, волк тебя будет ходить тут, моих людей. А, все, хана, убили его. Понимаешь, тут ходит людей, уничтожает. Так, ну и что, я колесо изобрел. Что я могу изобрести? Ага, повозка. Тогда сани отменяются. Повозки. Вот так вот. Ну и все, понеслась. Угольная яма. Уметь. Кстати, пока они бегают, я знаю, что можно еще построить. А, ну, металлургия это само собой. А что это такое? Кузнечный горн. Опять волки. Убейте его. А, все, их завалили. Так, это что, угольная яма, кузнечный горн. Понеслась. Да, реально дикие какие-то звери стали приходить. Опасные. Все дела. Так, ворота-то открыть надо. Ты позакрывал. Открыть все ворота. У нас нет топлива для огня. Стоп. Как так? Было же куча дерева. Все извел, что ли, на это? Так, сейчас сильные мужчины пойдут разбираться с этой несправедливостью. Так, кстати, вот эту нужно штуку разобрать. Так, сильная женщина. Сильная независимая женщина тоже пойдет разбираться. Так, кто еще есть? Вот это вот существо тащит. Мужик, давай. Все на лесоповал. Понеслась. Слушайте, древесный уголь, медная руда. Ну, чё, а это они раздувают? А, прикольно. Лесоповал пошел. Кстати, вот этот что, тут камень вытащили бы. А еще делают его. Козу порезали, зима. Понятно все. Косы режут. Да иди нормально. Медная руда. 10 штук. И родился человечек. Пещерный лев такой. Давайте. Он заходит, собака. Можно посадить какого-нибудь чувака, чтобы это охранял. Постоянно был прикрепленный знак к этой штуке. Слушай, это вообще дичь. Смысл от этих защитных укреплений, если он тут не сидит. По очереди, не знаю, там. Чтоб бегали.
Вот дерево. А дерево, походу, в древесный уголь весь все переделали. Так, стоп, стоп, стоп. Нужен еще дерево. Ой, нет. Нужно вот это. Давай. Мужика пошлем. Так, что тут еще есть? Кто и что тут есть? Все по местные деревья надо снести. Чувак шел, копье уронил. Так, кто еще есть свободный? О, какой-то есть лох. Местный житель. Так, а ты что не работаешь? Давай, иди, паши. Так, ну это ребятенок, о, мужик. Это уже дерево добывает? Или мужик просто уже занят? Мужик занят. Ладно. Понеслась. Тут с деревьям не проблема. Так, мастерская. Ага, медь есть. Есть такое дело. 71 человек, неплохо. А сколько может? 96. Сани. Да. Были сани? Да нет саней. Кабанчика убили. Это, кстати, можно уже аннулировать. Во, пошли деревья, 27 сразу. А, кстати, то тут это новая технология. Итак, приучение коров или культивирование? Давайте. Культивирование. Культяпки. И что, теперь я могу деревья сажать? Да, кстати, каштаны могу посадить. Где бы их посадить-то только? В общем, вопрос. Нифига себе. Не, ну в принципе, а зачем тут сажать, когда можно... Рябина. Когда можно посадить где-нибудь еще. Груша. Например, вот здесь вот. Нифига. Не размещается здесь. А, можно, знаете, как сделать, оказывается? Я только сейчас заметил. Сколько играл, можно вот так вот поставить. И пойдут рубать. Вот все деревья просто нужно снести. Вот эти березы. Тут-то зачем они? А это их бесконечное дерево, которое заглючило тебя, оно будет вечно тут стоять. Так, эти тоже на деревья срубить. А они-то тут без надобности. Первый свободный человек должен срубить эти деревья на дровишке. Кстати, это тоже. Так, ну медь пошла, кстати. О, и медные эти самые сделали. А дальше бронзовый. Ну хотя бы медных пока топоров надо наделать, пускай они, чтобы рубили там быстро. Серпов тоже. Точнее, кирк, ну так вот. Прибыл торговец. О, что ты сможешь продать мне?
Так, можно свиней купить. Вот что я хотел, кстати, да. Хлеб мне не нужен. А чем могу тебе продать там? Ну, естественно, за шкуры. Штук 15 шкур. 280. Блин, а что-то мяса маловато. Надо сейчас на это, на охоту выходить. Так, ну вот эта штука, не знаю, вряд ли уже нужна. Летняя одежда. Шерстяная одежда. Одежды можно продать еще немножко. Меч, копье, не копье, чё. Нет, делал. Лук, может, костяной вот этот продать. Здесь 73. Что еще толкнуть тебя? Копье. 283. Давайте я могу купить. Мне нечего купить. Ткань. Тогда я копье назад. Муку. Вот так вот. Во, деревья повалили все. Так, а теперь я могу посадить свои деревья? Например, хочу грушу посадить. Во, можно. Только сейчас, подождите, вот это дерево тоже надо сойти? Блин. Как его выделить-то? О, снесите тоже. Деревце, это тоже деревце. Все на снос. Так, ну вот эту штуку вы можете перевести сюда? Я, например, хочу, чтобы, не знаю, кто-нибудь. Люди, кто-нибудь. Вот есть вот этот мужик. Ты можешь ее сюда перетащить? Вот, ей нужен еще, знаете, кто? Ну вот этот вот, хоть ты и недовольна, но никого не волнует. А, не, по походу нельзя, ну ладно. Кого искать, кстати, норм тут. По теме. Так, идет человек, население. Плюс 3 человека. Отлично, 75. Домик пока не могу улучшить, нет. Так, по дровам нормально, все нормально. За. Удочки. У папа рыбита наконец будет нормально. Так, надо знать, что еще. Тут, блин, я не знаю. Поражен болезнью лен. Лен болезнью поражен. Черт. Печально. Гроза. Сколько у меня коз? 13. Свиней 4. На слов пока нету. Так, а телеги, телеги. Где были телеги? Смотрите, телеги-то. Я видел транспорт. А, во. Телег нету. Ну ладно. Сейчас пока они не в приоритете. В приоритете людям дать более крутые инструменты. Чтобы они могли более круто работать. И тебе можно копья. Если что, все лишнее продам. Стана, а что тут дерево тут лежит? А тут переполнено. Значит, если переполнено, значит надо еще построить склад-то для деревьев. Так, и знаете, что еще хотел построить-то? Хлев. Вот тут вот.
Во. Уголь есть, все есть, люди работают. Только что-то они все равно недовольны. Ну чем ты недоволен? Вода есть. Может еще колодец один? Построить. Где-нибудь поблизости только. Сейчас какая-то кача, колодец. Давайте из тотемов. Бомбану. Так, это вырубили. Ага, все, теперь можно деревья сажать. Ну, например, я хочу грушу посадить. Сейчас, нет, ну груша такое. Атака налетчиков. Тихо, подождите. Так, рябина. Каштаны. Каштан давайте посажу. Так, один налетчики. С какой стороны идут? Ух ты, ё-моё, закрыть двери. Кто не успел, тот опоздал. Откройте эти двери. С какого хера пойдут? Нифига себе, там атака идет. Так, срочно. Сидят? Сидят. Так, открой, открой, впусти тетку. Так, 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 пауза, пауза, пауза. Блин, они все пошли сюда. Так, вот как надо было, оказывается, оборонять. А, тут уже сидят. Блин, надо больше строить, походу, этих башенок. Понеслась. Ломают дома. Так, 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 закрыть ворота, закрыть ворота. Приготовьтесь, приготовьтесь. Стоп, 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 стоп. Открыть ворота. Так, не, подождите. Стоп, 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 стоп. Подождите, я не успеваю. Еще и торговец прибыл, а ты с чем прибыл? Корову могу. А, технология корова. Да я это изобрету. Лучше еще свинку купить. Только за что тебе? На дерево ты не будешь. А вот это сколько стоит? Один. Я тебе не знаю. Кирку. 65. Так, подождите, подождите. Налетчик убивает какого-то чувака. Я хочу посмотреть со стороны, как это все выглядит. Ничего себе. Война. Смотрите. Бабка решила сражаться. Так, вот тут еще какие-то... Какой-то кент. Атакуйте этого пацана. Давайте вот это. Так, пошла. Пошла за рано. Все. Неплохо. Потерял одного человека, но зато убил толпу налетчиков. Кстати, а я могу на них нападать? Откуда они пришли, вот интересно? Открывайте все ворота. Интересно, тут есть их поселение? Что, например, мне также пойти им и отвесить. Ничего не видно. Никаких поселений. Печально, печально. Ладно, люди, давайте. Так, ну, значит, я выявил ошибки, какие тут были. Во-первых, нужно стену еще дальше укрепить, естественно.
Одну стену ломают они, в принципе. Ну, может, каменную не будут ломать. Так, тут надо больше этих ставить, кстати. Вышки все-таки рулят. Теперь я понял, как надо действовать с налетчиками-то. Так, сейчас еще вышек поставлю. На них все равно валят. Так, тут плюс нужно вышку поставить. Чем больше вышек, тем лучше. Ну, тут две запасных, в принципе, нормально. Так, если с этой стороны, да, тут две вышки не катят, вообще не катят. Нужно как минимум несколько вышек ставить. С разных сторон. Потому что... суровые пацаны приходят. И потом приходят такими неплохими толпами. Доложу себе вам. Поэтому вышки это все. Это наше все. Так, деревья. Я посадил. А что я там посадил? Не помню. Хрень посадил. Вот эти еще можно посадить. Так, что еще можно посадить? Посадить, посадить. Можно каштаны какие-то посадить. Ну, собственно, почему бы нет. Так, и еще посажу деревья. Туши. Это от старости. Блин, тут не посадить. Ну, как-то так. Да, налетчики резвые пацаны. Так, давайте вот этот. У нас нет соломы для кормления животных. Блин. Ничего не могу помочь. А, солома, солома. Пещерный лев атакует. Стоп, 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 где он? А, все, его убили. Ибо нефиг. Так, а что с соломой делать? Нужно еще этого. Хорош. Надо посадить этот, как его. Чмень, пшеница. Хорош. Не, подождите, а сбор у меня есть? Надо поставить просто, наверное, сбор. Сбор, сбор, сбор. Сбор урожая растений. А где-нибудь еще есть солома? Вот она стоит. Нужно, мне кажется, для соломы поставить еще одно место хранения. Ну, тут так и просесть можно по соломке. Так, я все восстановил. Кстати, а, тут же можно качнуть что-то. Приручение коров, оккультирование ржи. Во. Ну, это вот, скорее всего, вот она нарочно появилась. Вот то, что я хотел тут построить. Сделать. Так, все, подождите. Так, вот это что это такое? Груша. Спилить его, не нужна тут она. Так, торговец прибыл. Что ты можешь продать мне? О, уже на ишаках привозит. Прикольно. Осел. 100. На торгую у нас 100 для осла. Хочу ослика. 10. Смоломедные дороже это самое в производстве. Ценность 150. А почему там было 100 написано? Ничего. Ценность 100. А. Странно. Ткань, на тебе ткань. На тебе еще этот лук. Копье.
Пусть не знаю, что продать ему. Хлебом. Так, тогда давайте мы, знаете, что? Нож уберу. Топор тоже. Костей. Еще не топор. Отлично. О, ослик есть. Так, деревья давайте еще. Лесоповал. Открываем сезон лесоповала. Хотя это надо зимой делать, ну ладно. Чтобы этот лес не мешался тут. Пихта, собрать танин. Весь. Режь. Так, молодое дерево. Не, это все фигня. Так, давайте вот она рожь. Вот так вот. Пускай работает. О, что там уходит? Зверье какое-то дикое. Кстати, где было? Охота. О, оленя. Блин, все тут проходит. Это вообще жесть какая-то. Как вот тут прикрыть эту всю лавочку? Так и эти вражины пройдут просто, да и все. Так вот. Отлично. Так, тебе, чтоб солома была. То соломы, когда нет, это очень хорошо. Мало орудий. Не вопрос. А, тут делается. А, давайте. К стену вверх. Нужно вот этих, да? Давайте так. Новая постройка. Повозка. О. Какой чувак умер от старости. О, с ишаком теперь. Тебя не будет быстрее это самое таскать все. Тебе так надо, хренак, поехал, забрал. Все, что надо. На, поехал, привез. Нормально вообще теперь. Вишня. Дикая вишня, кстати, есть идея. Охотнички. Идите мишку завалите. Потом будет заниматься остальными делами. Вот эту семью медведей надо положить. На мясо извести. Жевать им. Бля, они убегают. Пошла жара. Вали медведя. Не дать ему уйти. Понеслась, мало орудий. А что это такое? О, починить. Можно еще и чинить.
О, торговец, торговец. Уже с лошадью, нифига себе. Так, ну все, все возвращаются к своим делам. Выбыл торговец. Отлично. А, не с лошаком. И что, ты можешь корову не продать, хочет и овец. Блин, овца 100 стоит. Да чё, Не буду. А мне все равно тебя с тобой торговать нечем. Так что шел вон отсюда. Новые люди. 80. Отлично. Это ништяк, ништяк. А что это такое? Бронза. Я и бронзу могу добывать. Мне железо нужно. Да, вот тут вот то, что они приходят, вот так вот это вообще дичайшая дичь. Поселение нужно было посторонненько так делать, иначе и все. Здесь снова животное, коза. Так, что по дереву? Давайте вырубим. Такс, так, собираемся. Нужно еще, конечно, этого самого, последнюю коровку сегодня добить. Ну ладно, я думаю, должен успеть. Так, деревья пошли. Вот что с этим делать-то, непонятно. Узнать плюс один, палки 1000. Нормалек. Давайте тут все деревья. Кстати, вот только деревья даже рубить прикольнее, чем как я до этого рубил. Елку срубить. Так, мне это пускай остается. Ты же тоже. О! Плодовые деревья. Чтобы мне не так сильно от мяса они зависели. Пускай будут жрать все подряд, да и ладно. Так, теперь из лесу эти твари не выйдут. Теперь я увижу, когда они пойдут. Ёлку тоже срублю. По деревьям нормально. Сено, что с соломой? Соломы мало. А там он носит. Да, от вас толку, торговцы. Приходите. Ага, 100, а так 100-150. Чуть не выгодно с вами торговать, ни хрена. Что у вас можно? Медные руды? Это тоже не нужно. Можешь идти. Свободен. 78 человек, кстати. Из 96. Так что еще по домам нормально. Копье, так. Давайте еще серпов наделаем. Вот этих ножей и копий. Так, а что там эти делаются-то? Телеги, да, телеги делаются. Кожа. Луки, кстати, можно было бы сделать еще. Народ был обеспечен всем. Всем необходимым. Так. Собирает. 65. Ёлки. Так, все. Тут, чтобы это никто не посмел тусить у меня. Ихта, ель. Дуб. Медведь атакует.
Давайте, давайте, медведя. Сейчас убьет уже. Ну, чувак почти при смерти был. Нормально. Выжил. Так, 71 дерево. 40 веток. Нормально. Кстати, склад заполнен. Блин, а вот солома вообще какой-то голяк. Надо у этого солома, наверное, покупать. Еще вообще солома делается, интересно. Кстати, для деревьев, походу, надо еще. Хотя, не, 80 нормально. Но я еще сделаю склад. Нужно так, чтобы все четыре были. Ну, ладно. Так, ну а одно знание. И на сегодня можно закругляться. Вот, цените, теперь деревья будут плодоносить. Блин, что ж солом это делать? Хорош. Осень. Наверное, животных дохренища стало. Луков нормально, кстати, 29. Медных серпов, кирки. Кстати, а медная шахта как-то нормально? Ну, почти выработает скоро. Скоро. Вот что. Кремниевая шахта. Окей, окей. Дуб собрать. Берем всю херню. Получено молоко. Ну, как бы все. На этом, я думаю, можно закругляться. Сейчас я качну коровку. Вот. И в следующий раз переходить уже в бронзовый век. А почему бы и нет, собственно? Естественно, нужно будет разобраться с этим самым, как его называют там, с травой, с соломой с этой, потому что солома нужна, а ее что-то маловато. Ну, как вариант у торговца, конечно, покупать. Ну, это тоже такое. У торговцев-то солому покупать. Вот, ну что, на этом я закончу, друзья. До новых встреч.